В зоне отдыха в районе озера Старая Кубань быть. Ее включат в перечень особо охраняемых природных территорий. Об этом местным жителям рассказал главный архитектор Краснодара Игорь Мазурук. Горожане долго боролись за возвращение статуса, который защищает прибрежную зону от агрессивной застройки. Сейчас здесь строится несколько ресторанов. По словам главного архитектора, представители компании не согласовывали свои действия с администрацией. Вы знаете, вот это все кто-то делает рисковые вложения. Так нам от этого не легче, потому что кто-то поверьте, подписывает разрешение. Никто не подписывает разрешение. Сегодня это все, что там делается, это на страх и риск тех, кто там сейчас находится. На встрече обсудили развитие и благоустройство жилого массива на улице Парусной. У жителей накопилось много вопросов по поводу работы инженерных коммуникаций. В частности, периодически случаются перебои в подаче электроэнергии. Вице-мэр Евгений Наумов распорядился разобраться в проблеме. Еще один вопрос – проезжая часть, которая проложена через придомовую территорию. По сути, это единственный выезд из жилого массива, которым пользуются не только местные жители. В результате на артерию ложится большая транспортная нагрузка. И этот факт очень беспокоит жильцов. В наших четырех домах, это 1080 квартир, проживает более 4000 человек. На сегодняшний день в районе 1000 машин. За нашими домами расположена школа Олимпийского резерва по подготовке спортсменов на байдарках и каноэ. Также расположен турбодром «Белая стрела». То есть, если какие-то соревнования проходят, здесь практически дорогу невозможно ни пройти, ни проехать, ничего. Замглавы города вносит ясность. В откорректированном генплане города дороги общего пользования на этом месте нет. Есть часть придомовой территории, поэтому жителям беспокоиться не о чем. А что касается работ по прокладке коммуникаций для трех новых многоэтажек, то их последствия устранят в самое ближайшее время. Данный ряд поручений как представителям строительной компании о ведении работ, приведении в соответствие данной дороги, которая является подъездной и своим большим грузным транспортом, появляются выбоины и ямы. И еще в скором времени на Парусной появится новое место отдыха. Обустроят его на территории закрытого в прошлом году аквапарка «Экватор».